فزت ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. صل على علي بن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые телезрители, мы снова с вами. Продолжаем нашу передачу в честь Фатимы Захры, саламу алейха. И в первую очередь хотелось бы поприветствовать нашего гостя. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракатуху. Шейх Курбан, мы говорили о роли Фатимы Захры, самая важная роль, самая главная роль. Она на самом деле является тем самым мешкадом, о котором Всевышний Аллах говорит, то есть хранилищем света Всевышнего Аллаха. Но, естественно, это все не просто так. Она достигла этого положения перед Всевышним Аллахом. Она прошла эти трудности, которые позволили ей стать именно хранилищем света Аллаха. Шейх Курбан, хотелось бы продолжить эту тему. Что можно еще сказать относительно миссии Фатимы Захры, если что добавить? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей из ТВ3. Мы на основании этих аятов, этих обсуждений и этих качеств ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, сделали очень важный и практически значимый для нас вывод, который заключается в том, что важнейшее, в чем нуждается каждый из нас, это в духовной работе над собой. Mm-hmm. Духовная работа, которая может привести к общественной, то есть нам не нужно обманывать самих себя, не нужно самообманом заниматься и преподносить себя и стремиться к тому, чтобы стать спасителями чего-либо, что спасителями душ или спасителями человечества и так далее. Нет, это исключительно следствие ответственности в результате достижения духовных высот. То есть важнейшее, чему должен стремиться человек, это цель человека, каждого из нас, каждого верующего. Его цель должна заключаться именно в духовном возвышении человека, в духовном приближении к Богу. Даже его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, получил свою миссию через долгий духовный путь и получил в возрасте 40 лет. И это, конечно же, было результатом того духовного пути, который он прошел. И на примере ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, которая для истории человечества, это опять-таки, вне зависимости от того, знают об этом люди или не знают. Знают люди ее имя и о том, кто, кем она была, или не знают. Вне зависимости от этого, ее светлость Фатима Захра, саламу алейха, является человеком, который решит исход человеческой истории. Исход вот этого противостояния, о котором мы неоднократно говорили на протяжении этих наших обсуждений. Каким образом он решит? На самом деле, то есть здесь нет каких-то физических действий, которые мы можем описать. Угу. Это опять-таки возвращается к нашему тому вступлению, о котором мы говорили ранее, о том, что дух давлеет. Угу. То есть вы имеете в виду изначально тот вклад, который она вложила, да, в историю человечества? В том числе, но мы не будем этим ограничивать. Угу. Мы всего лишь рассуждаем тем,
что дает нам священный текст. Священный текст может порой не раскрыть полностью какой-либо вопрос, или же просто-напросто нет возможности раскрыть. Но так или иначе, в аятах священного Корана и в хадисах этот вопрос ясно и недвусмысленно разъяснен. Например, обратите внимание, в одном из сур священного Корана, одна из сур – это «Лейлятуль Кадр». Что в этой суре говорится? Что Всевышний говорит в этой суре? «Инна анзальнаху фи лейлятуль Кадр». Всевышний говорит, мы ниспослали Коран в ночь Кадр, в ночь предопределения. «Вама адраки ма лейлятуль Кадр». Но что тебе дает знать, что есть «Лейлятуль Кадр»? Лейлатуль Кадри хейрун мин альфи шахр. Что ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Саламун хия хатта матла аль-фаджр. Что она является, Лейлатуль Кадри является до восхода, является миром. Миром является до восхода. Конечно же, вне всякого сомнения, у этой суры есть внешний смысл, а есть смысл, который разъяснили имамы. Мы это как постоянно, они разъяснили? Да, я сейчас скажу, но подчеркну то, что мы неоднократно говорим и повторяем часто, что у всех аятов священного Корана, у всех сур священного Корана имеется внешний смысл, имеется несколько уровней внутреннего смысла, они друг другу не противоречат, внутренний смысл доступен именно непорочным. Они, через них мы получаем понимание внутреннего смысла, а внешний смысл он доступен каждому. Здесь нет необходимости обращаться к чему? Обращаться к непорочному. Здесь, то есть через просто обыкновенное понимание арабского языка, хорошее, качественное понимание арабского языка, мы можем понять внешний смысл священного Корана. И, конечно же, внешний смысл этой суры, Лейлатуль Кадр, сура Кадр, каждый из нас так или иначе знает, что это такое. Но при этом есть и толкование от непорочных. В частности, в очень многих преданиях, обратите внимание, в том числе и в суннитских преданиях, причем в суннитских источниках эти предания достигают чуть ли не степени таватура. Они все достоверные, ну, то есть предание достоверно, по разным путям передается, по достоверным и по недостоверным, но так или иначе имеет множественность путей передачи и может даже достигать степени таватура. Что в этих преданиях говорится? В этих преданиях толкуется «Аль-Фушахар». Что такое Аль-Фушахр? Говорится, что Аль-Фушахр – это тот срок, на протяжении которого будет царствовать и властвовать тьма в мусульманском мире. Хотел бы, чтобы вы... Движение лицемерия. Перевели, имеется в виду 1000 месяцев, что для наших телезрителей, которые не владеют арабским языком. Аль-Фушахр, да. 1000 месяцев. То есть, например, есть предание, если мне не изменяет память, у Хакима Нишабури, причем он называет это предание достоверным, он сам, то есть в книге «Аль-Мустадрак», в принципе, «Мустадрак» уже, если то есть он включил предание в эту книгу, он уже считает его изначально достоверным. Нет необходимости, чтобы он повторял в том, что это сахих. Почему? Потому что книга называется «Аль-Мустадрак аль-Сахихейн». Дополнение к чему? К двум сахихам. То есть чем можно дополнять сахихи? Только сахихами, верно? Да, то конечно. Есть дополнение к сахи Муслиму, сахи Бухари. Вот что в своей книге «Аль-Мустадрак» приводит Хаким Нишабури. После этого предания он говорит «Аза иснадун сахин», что это, у этого предания имеется достоверный иснад. И в этом предании толкуется «Аль-Фушар», то есть 1000 месяцев. «Тамликуха бани Умайя», то есть это 1000 месяцев, на протяжении которых будут править амияды. Будут править именно амияды. То есть о чем говорится в этой суре священного Корана? Говорится, что да, у нас есть ночь предопределения, есть Лейлатуль Кадр, есть ночь Кадр. Но эта ночь, всего лишь одна ночь, лучше, чем 1000 месяцев. То есть эта одна эта ночь давлеет над тысячами месяцев амиядских, над тысячами месяцев тьмы и лицемерия. Давлеет. То есть она все равно окажется чем? Победителем. Лейлатуль Кадр, истина, окажется победителем. Почему? Инна анзальнаху фи лейлатуль кадр.
Всевышний говорит, мы не спаслали священный Коран в лейля тулькадр. В лейля тулькадр. То есть это сосуд священного Корана. Лейля тулькадр это сосуд священного Корана. Фи лейля тулькадр. Фи это что? Это именно разъясняет, что сосуд, что-то является сосудом для чего-то. Фи. То есть инна анзальнаху фи лейля тулькадр. И в преданиях, причем в нескольких преданиях, в разных, говорится, что лейлятул кадр – это ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха. И Коран – это тот самый свет Аллаха. Да, совершенно верно. Да. В том числе, не только Коран. Почему? Потому что его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, говорит «Инни тарикум фикум стакалей». Я оставляю среди вас две драгоценности. Один – это Итрати Ахлебейти, это мое потомство, мой Ахлебейт, который, как мы знаем, это потомки его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, и ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха. И священный Коран, я оставляю священный Коран. То есть, согласно этой суре священного Корана и этому толкованию от непорочных, в частности, от его светлости имама Садыка, алейхиссалату вассалам, ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха, является сосудом, как хранилищем, как для одной ценности, которую оставил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так и другой, для другой ценности, как для священного Корана, так и для Ахляль-Бейт, так и для Итрати. Но можно сказать, свет Аллаха в лице имамов и Корана, допустим. Совершенно как верно. Как вам такое выражение? Да, свет Аллаха. В принципе, и в том предании, которое мы читали, которое было толкованием суры Нур, с которой мы знакомились, там, в принципе, и говорилось о том, что этим светом, этим светильником являются имамы. Нурун аля Нур сказано в суре Священного Корана. Имамы в толковании этой суры говорят Нурун аля Нур, то есть имам за имамом. То есть они есть Нур. И, конечно же, священный Коран – это есть Нур. Но опять-таки, что является, с чем ассоциирует священный Коран? Сам священный Коран. Что Всевышний в священном Коране о священном Коране говорит? Говорит «Баль хуа аятун байинатун фи судури ладина утул илм». Что это ясные знамения в грудях тех, кому даровано знание. И когда имам Садык, алейхиссалату вассалам, спрашивают, кто эти, кому даровано знание, он говорит, это те, в одних преданиях говорит, ясно говорится, что это мы, и в других через посредника намеками имам говорит, что это те, которые никогда не говорят, что чего-то не знают о священном Коране. Здесь то есть сам имеется в виду имам. Совершенно верно. Ни один ученый, ни один мыслитель, ни один толкователь за всю историю человечества никогда не утверждал, что понимает все, что знает весь священный Коран, кроме непорочных имамов. Они и говорили. Имам Али, алейхиссалату вассалам, и другие имамы говорили, мы знаем все, спрашивайте. Все от начала до конца про священный Коран мы знаем. И сам священный Коран, Всевышний в священном Коране говорит, они едины, и как говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что «Инни тарикум фикум мустакалейн», я оставляю среди вас две драгоценности, «Валян яфтарика хатта ярид алейя л-хауда», они не отделятся друг от друга, пока не примкнут ко мне судный день. То есть до судного дня они не отделятся друг от друга, они едины. Поэтому эти два света, они едины. Священный Коран неотделим. Священный Коран без Ахль-Бейт – это не священный Коран. Это просто бумажка с какими-то предложениями. То есть это не настоящий, не в полной мере священный Коран. То есть если вы взяли священный Коран и отделили, отсекли от него понимание и толкование и разъяснение непорочных, и их практический путь, их сунну, их практические действия, их жизненный образ, и то, как они воплощали в жизнь священный Коран, если вы это отсекли от священного Корана, то он теряет свои свойства. Священный Коран уже не перестает быть по-настоящему книгой наставления. Это уже не книга наставления, это что-то другое.
И точно так же наоборот. Поэтому они едины, они не отделяются друг от друга. И то что... есть мы нуждаемся в предварителях жизни, да? То есть аята священного Корана. Конечно, ну, мы не будем ограничивать именно притворением. Это важнейшая, конечно же, роль, важнейшая функция непорочного. Mm-hmm. Он притворяет в жизнь аят священного Корана. Mm-hmm. Он своей жизнью, своими действиями и всем своим существованием, всем своим бытием олицетворяет и демонстрирует учение священного Корана. И в своем священном Коране об этом говорится. «Ятлю алейкум аятилля», говорит Всевышний, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он демонстрирует вам знамение Аллаха. «Ятлю» мы обычно переводим как «чтение», но на самом деле мы как-то разъясняли этот вопрос, что «ятлю», «тилава» — это демонстрация, это иллюстрация. И поэтому важнейшей ролью непорочного является в том числе и «тилава», но не только. Но есть еще и обучение. Есть к этому ко всему, значит, делаем такой вывод. И Фатима Захра является именно хранителем этого всего. Совершенно верно. Совершенно всего света. На самом деле это очень величайшая роль, на самом деле. То есть... Мишкат. Поэтому Всевышний в Священном Коране говорит: «Аллах нуру самавати валь арды, ва мэталу нурихи ка мишкат». Что Аллах является светом небес и земли, и пример его света подобен мишкату, хранилищу света, светоча. И она является корнем всего этого. Совершенно верно, совершенно верно. И как мы видим в этом, в толковании этого аята, этой суры священного Корана, Лейлятуль Кадр, в котором говорится, что Лейлятуль Кадр, которая является хейрун мин альфи шахр, то есть она давлеет над лицемерием, она побеждает лицемерие. Что тебе даст знать, что есть Лейлятуль Кадр? Лейлятуль Кадр хайрун мин альфи шахр, что это ночь предопределения, это Лейлятуль Кадр, лучше, чем тысячи месяцев лицемерия, чем тысячи месяцев амиядов. Амияда на протяжении тысячи месяцев. Я как-то тоже подсчитывал. Хотел спросить относительно. Да, срок правления, я подсчитывал срок правления амиядских халифов, правителей, там получилось, конечно, чуть-чуть совсем, я сейчас точно не помню цифру, чуть-чуть получилось, у меня чуть получилось меньше тысячи месяцев, но, возможно, опять-таки, история, она не совсем точная наука, правильно, может, где-то не совсем точно указали начало и конец, и, возможно, немножко отчет нужно вести по-другому, нужно немножко другой отчет вести, возможно, то есть там в моих подсчетах были небольшие разницы тысячи месяцами. Но так или иначе, в преданиях, и это мутаватеры предания, мутаватеры, то есть они приведены как в суннитских источниках, так и в наших источниках, говорится, что эти тысячи месяцев, это тысячи месяцев правления лицемеров, лицемерия. И Всевышний говорит, Фатимату Захра, саламу алейха, это ее глубинный смысл этого аята священного Корана, лучше, чем тысячи месяцев. Это о чем говорит? Это говорит о том, что она побеждает лицемерие. И в истории человечества, да, это как какое-то время, временно, амияды навяжут миру свое понимание, свое учение, и мир окажется под влиянием. Но в конечном итоге Фатимату Захра, саламу алейха, победит. И этот свет, через ее светлость Фатимату Захру, саламу алейха, проникнет в мир. И история человечества будет решена именно ей, ее светлостью Фатимату Захра, саламу алейха. Именно поэтому мы встречаем в поведении, в поступках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, невероятнейшие поступки. Про например, какие именно вы говорите? Например, его светлость называет свою дочь Умму Абиха. Например, одно из кунь, одно из прозвищ ее светлости Фатима Захра, саламу алейха, это Умму Абиха. И даже более того, последующие имамы из ее потомства называли своих детей, есть у нескольких имамов дочери по имени Умму Абиха в честь ее светлости Фатимы Захра, саламу алейха. То есть это... То есть мать своего отца. То есть... Да, переводится Умму Абиха, переводится как мать своего отца. Почему его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, называет свою дочь своей матерью? Есть одно предание, возможно, это предание объясняет... Почему именно называет матерью своего совершенно отца? Совершенно верно. Почему именно так называется? В предании это... хадисе Куцси, который дошло до нас, то есть это слова самого Всевышнего, но в виде вы хадиса. Вы могли бы объяснить для наших телезрителей, что да, хадисе Куцси, это, то есть это не слова самого пророка, это слова
Всевышнего, но которые не вошли в Священный Коран. То есть точно так же, как Священный Коран является словом Бога, хадис Кудси тоже является словом Бога, но не вошел, эти слова не вошли в Священный Коран, не были переданы нам в виде хадиса. Через слова Пушлан Николаев. Что же говорится в этом хадисе? В этом хадисе Всевышний, обращаясь к своему пророку, говорит: «Ла уляке лама халяктуль афляк». Если бы не ты, то я не создал бы небеса. Или же в другом предании, в другой версии этого же предания говорится: «Ла уляке лама халяктуль коунейн». Если бы не ты, то я не создал бы все мироздание. Говорит Всевышний своему посланнику. И далее Всевышний говорит: «Валяуля Али лама халяктуке». Если бы не Али, то я и тебя не создал бы. Я не создал бы и тебя. «Валяуля Фатима лама халяктукума». Всевышний говорит: «Если бы не Фатима, я не создал бы ни одного из вас». Это предание, возможно, проливает свет и разъясняет, почему его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, называет свою дочь своей матерью, говорит, умму абиха, мать своего отца. Потому что Всевышний создал все мироздание ради посланника Аллаха. А и посланник Аллаха не создал бы Всевышний, если бы не Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям. И не создал бы ни Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, ни посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи, если бы не Фатима Тузара, саламу алейха. Я это объясню. Вы можете сейчас удивляться, да, а как такое может быть? Наши зрители на самом деле могут возникнуть. Объяснение вопросы. Самое, что ни на есть, обыкновенное, простое, и элементарное и очевидное объяснение. С учетом того, что мы, конечно, мы говорили ранее, и с учетом того, что сказано в Священном Коране, «Аллах нуру самавати валь ард, вамасалю нурихи ка мишкат», что ее светлость, Фатима Захра, является мишкатом, хранилищем этого света Аллаха, который является светом небес и земли, Аллаха, который является светом небес и земли. Обратите внимание, в возникновении, то есть когда мы говорим «причина чего-либо», то эта причина, о которой мы говорим, может быть разных видов. Одна причина осуществляет эманацию. То есть есть причины, которые производят эманацию. Что то есть, называется под эманацией? Ну, то, что мы обычно называем созидательством, созданием. Есть причина, которая создает что-либо. Например, как Аллах Всевышний, который создает людей, который создал небеса и землю, который создал звезды. Это происходит через эманацию, то есть Всевышний дарует этим вещам бытие, существование, эманация. То есть Всевышний является причиной возникновения. Но есть и другое, другая причина, есть и другой, принципиально другой вид причины существования и возникновения вещей. И эта причина наличествует там, где создателем, тем, кто осуществляет эманацию, создателем является мудрый, мудрец. Как, например, Всевышний, Аллах Хаким, то есть он мудрый. В его творениях есть что? Смысл, есть цель. И эта самая цель является причиной возникновения этих вещей. То есть если мы говорим, а зачем Аллах создал, мы говорим, причиной является то-то и то-то. Поэтому причины бывают двух видов. Это тот, кто осуществляет эманацию, создает, созидательствует. И то, ради чего он созидательствует. Почему? И вторую тоже мы называем причиной. Потому что если бы не было бы этой цели, этого... Это, если не ошибаюсь, имеется как «илля тфа» или «илля тагай», да? Ну, если на арабском, да. Если бы не было этой цели, ради которой Созидатель создает, то он не создал бы. Потому что он хаким, он мудрый, он не делает что-либо просто так. Он не создает бесцельно. У него есть определенная цель. Если бы не эта цель, то он не создавал бы это, он не созидательствовал, он не осуществлял бы эманацию. Так? А в чем заключается? Здесь в предании Всевышний говорит «Ля уляке лама халяктуль афляк». Или «Ля уляке лама халяктуль коунейн». «Если бы не ты, то я не создал бы мироздание». Всевышний говорит своему посланнику, его светлости Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям.
Почему говорит? Мы здесь задаемся вопросом, а в чем смысл создания небес и земли? А смысл, сам Всевышний отвечает в Священном Коране, я создал людей и джиннов для того, чтобы они мне поклонялись. И теперь вопрос, а зачем поклоняться? Эта цель, на самом деле, она может быть конечной и промежуточной. Поклонение не является конечной целью, ради которой Всевышний создал людей. Это тоже причина, но она промежуточная. То есть она является ступенью к последующей цели. А в чем является конечная цель? Достигнуть совершенства. Всевышний, опять-таки, да, совершенно верно. Совершенно достигнуть совершенства через поклонение. И в священных аятах Священного Корана Всевышний неоднократно об этом говорит. Например, в суре Шамс Всевышний говорит «Ва нафсин ва ма сауаха». И через аят говорит, Всевышний говорит «Клянусь душой». И через аят «Кад афляха ман заккаха». Всевышний говорит «Преуспела та душа, которая очистилась». То есть усовершенствовалась. То есть поклонение нужно для совершенства. Само поклонение как таковое не является конечной целью. Это промежуточная цель. Это если бы вы, допустим, хотели бы поступить в университет, вашей конечной целью было бы поступить в университет, но для этого нужно было бы пройти какие-либо курсы. Да? Эти курсы являются вашей целью. Целью вашего, допустим, переезда из города в город, например. Но это не конечная цель. Вы эти курсы хотите пройти, чтобы следующей цели достичь, например, поступить в университет. Но поступление в университет тоже не является конечной целью. Вы хотите обрести какие-то навыки и знания, чтобы, например, устроиться на работу и заработать деньги. То есть это, опять-таки, является промежуточной целью. Промежуточной целью создания мироздания является поклонение Всевышнему, которое приводит к приближению ко Всевышнему и приобщению к совершенству и усовершенствованию творений. Всевышний хотел, чтобы творения достигли совершенства и наслаждались этим совершенством, и получали наслаждение от этого, и поэтому создал человечество. А теперь вопрос. Как все мироздание, не только человеческое общество, как все мироздание приобщилось к этому совершенству? Как все мироздание очищается? Как происходит? Хороший вопрос. И на примере человеческой истории, на примере аятов Священного Корана и то есть и в Священном Коране этот вопрос разъяснен, и в преданиях этот вопрос разъяснен. Все мироздание, ну мы сейчас будем говорить именно конкретно про человеческое общество, но это не касается, оно не ограничено, потому что Всевышний говорит «Ляуляки ляма халяктуль афляк» или «Коунейн». Я не создал бы небеса и землю, я не создал бы мироздание, если бы не ты. Почему? Потому что тот, кто приводит в движение в сторону совершенства все мироздание, в том числе и человеческое общество, и человечество является посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно он принес этот свет. Потому что Всевышний в Священном Коране говорит «Вашшамси ва духаха», клянусь солнцем и ее сиянием. И в преданиях говорится, что этим солнцем, который излучает свет Всевышнего, который дает свет, этим солнцем является его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Носителем света Всевышнего является его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому если бы не посланник Аллаха, то не было бы смысла в создании небес и земли. Верно? Да. Почему? Потому что именно через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, небеса и земли, земля, мироздание, творение приближаются ко Всевышнему через его свет, через его трансляцию света Всевышнего, потому что свет Всевышнего транслируется через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь вопрос. А если бы не Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам? Что мы видим на примере человеческой истории? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, принес учение, которое, если бы не Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, не было бы сохранено после него. И то же самое мы можем сказать о ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха. Ее светлость играет здесь важнейшую роль в сохранении этого света. Именно поэтому Всевышний в этом хадисе Куцци говорит «Ляуляке ляма халяктуль коунейн, ляуля алиюн ляма халяктуке». То есть не было бы смысла без... Не было бы смысла, совершенно верно. Не было бы во всем этом смысла, если бы не ты, если бы не Али, если бы не Фатима. И поэтому смысл... Ну это говорит о том, что можно ли, допустим, вывести для себя, что первое созданное Аллахом была именно Фатима Захра.
Нет, в преданиях говорится о том, что первым созданным был именно его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. На это надо обратить внимание, да. Чтобы некоторые наши... Ну, в этом предании не говорится об этом. Не, я понимаю вас. То есть, вообще, мы придерживаемся того мнения, то, что все-таки пророк Мухаммад... И в аяте священного Корана имеется, и в сурах священного Корана имеется аят, согласно которым первым творением является посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Его светлость говорит, «Анна аввалюль абиди». Я являюсь первым, кто поклонился ему. То есть, когда мы говорим, что, когда, допустим, Всевышний Аллах говорит, что если бы не было бы Али, то не было бы тебя, здесь имеется в виду, смысла не было бы. Да, то есть через тебя мы не достигли бы своего результата, если бы не Али. Если бы не Фатима, то вы не достигли бы того результата, ради которого я создал небеса и землю. Шейх Курбан, спасибо большое. Должны быть человечество и творения мои, которых я создал, они должны приблизиться ко мне, должны возвыситься, а не погрузиться во тьму. Я создал их для того, чтобы они приближались и возвышались и совершенствовались. А если бы не вы, то этого бы не произошло, поэтому это было бы бессмысленно. Поэтому они являются причиной. И, возможно, это является толкованием и пониманием слов его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит о своей дочери Умми Абиха. Хотя, конечно же, в этом слове Умми Абиха заложена и обязательность для пророка уважения к ее светлости Фатима Заһра, саламу алейхи. Обратите внимание, потому что что говорит Всевышний о родителях в священном Коране? Вахфид лахума, то есть Всевышний говорит, что соблюдай уважение к своим родителям. Это аят священного Корана. То есть Джанахадулли. То, что в аяте священного. Я точно сейчас, к сожалению, забыл аят священного Корана. Но говорится, что будь скромен, будь самопринижен, проявляй уважение. Именно здесь в этом выражении, то есть Джанахадулли, здесь самопринижение есть перед кем-то. То есть перед родителями будь самопринижен. И когда его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о своей дочери говорит Умми Абиха, в этом уже заложено то, что он считает для себя обязательным быть самоприниженным перед своей дочерью. И обратите внимание, в истории это ярко прослеживается. Но я так понимаю, что у нас времени нет. Да, времени мы мало, коснемся, иншаллах, этого вопроса и разъясним этот вопрос. Спасибо вам за это четкое, ясное разъяснение данного вопроса. У многих наших телезрителей, скорее всего, возникали вопросы относительно вот того же предания, которое вы сказали, что если бы не Али, то я не создал бы тебя, если бы не Фатима, то не создал бы Али. Это на самом деле это разъяснение было очень к месту. Ну, у вас обоих там сказано. Если вас не собой, Фатима, то вас обоих, Вот. Ну, спасибо вам большое, Шейх Курбан. Мы продолжим с вами на следующей передаче. Иншалла. Я с вами прощаюсь. Спасибо. Уважаемые телезрители, продолжим с вами на следующей передаче. А пока, до новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.